Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, и как вы знаете, запустили ивент «Багровый лес». Тут у нас скаут, короче, бла-бла-бла, участвуйте в событии. Давненько этого ивента не было в игре, я даже не помню, когда его последний раз-то и запускали. По-моему, последний раз я проходил этот ивент в сайте «Живой легенды», по-моему, последний раз, я точно не помню. Так, давайте посмотрим сначала, что здесь в марафонском и ивентовском. Опа-на, смотрите, количество очков до билета уже немножечко уменьшили. Да, и вообще тут уменьшили очки, да, смотрите. Было 7500, теперь 6к, да? Ага. Но это уже радует, хорошо. Даже 1000 очков не нужно набивать, чтобы собрать полностью сет, да, этой сакуры. Потому что в предыдущем ивенте, да, и до того предыдущего, короче, тоже в ивентах, там по 1000 с чем-то нужно было набивать, чтобы полностью собрать ивентовские сеты, да? Давайте зайдем в магазин. У меня как раз сейчас на мне надеты самые сильные шмоты. Зайдем в магазин и посмотрим, прокачается ли у меня вообще что-то из шмоток этой матери. Да, смотрите, меч прокачается. Здесь у нас тоже доспех прокачается. Атака без оружия, правда, слабее, ладно. Шлем, защита головы будет на уровне, остальное все прокачается. И топорики. Ага, тут... Ну только по сути, здесь только меч полностью этот прокачается, да, пожиратель грехов. Хорошо, хорошо. Короче, знаете, что я хочу? Я хочу этот ивент пройти тоже, попробовать в сете «Живой легенды», почему бы нет, легион против легиона. Я знаю, что это будет долго, я знаю, так как у меня, во-первых, перки за легион не прокачаны, плюс, как вы знаете, здесь у противников в этом ивенте срабатывает перк поглощения урона, да? То есть урон вы будете понижен довольно часто к противникам наносить. Вот, ну и за счет того, что у них часто срабатывает это поглощение урона. Это будет долговато, но ничего, давайте, короче, попробуем, что у меня получится, не знаю. Наденем сет, но до первой слитой попытки, народ, до первой слитой попытки. Хоть и прохождение сейчас будет в этом сете у меня долгое. Я думаю, что на это будет интересно посмотреть. Я буду стараться меньше делать каких-то ошибок, да, то есть допускать какие-то ошибки. Так, что у меня по перкам, давайте пройдемся по перкам. Так, тут возврат урона, возмездие, да, на шлеме, потом здесь у меня что? Поглощение урона, хищник. Так, и на мече гигантском, что здесь? Могучий размах, теневой ожог и берсерк. Все, погнали. Короче, да, если я солью попытку в этом сете, то я возьму... Не, я Альдо не буду брать. Возьму какое-то другое вестническое оружие, да. И уже продолжу... Ну, я буду менять оружие вестнические. То есть, если я даже до последней матери смерти там кому-то солью... Ну, с последней матерью я хочу, короче, судьборубом подраться. А уже до нее, если, допустим, я попытку солью, да, на каком-то противнике, то я просто буду брать вестнические оружки и драться вестническими какими-то разными оружками. Но я думаю, вы поняли. Ну что, погнали в ивент. Посмотрим, что у меня получится. Я знаю, что этот сет многим нравится, да, легионерам, поэтому я почему-то решил в нем, короче, сейчас пройти обычный режим, да. Давайте идемте на обычку. Так, пока не забыл, всем приятного там чаепития, кофе пить, приятного аппетита. Вот, играю я на эмуляторе и на геймпаде. Да, это будут бои долгие, я это знаю, что бои будут у меня здесь долгими, в этом сете. Вот, но ничего, ничего. Зато на этот процесс, да, интересно наблюдать. Интересно наблюдать. Так, давайте. Блин, он еще в углу. Зря я сделал это. Во. Давайте сначала не будем его зажимать. Сделаем бросок, и тут спецприем можно сделать, да? И более, у него сейчас теневуха там наберется. О, еще и теневой жог сработал. Блин, зря я. О, хорошо, он слил свою теневуху, смотрите. Так, ну это только первый противник, так что расслабляться не стоит. Вот, здесь, по-моему, две, да, матери смерти. То есть одна такая себе, а вот последняя будет жесткая. Так, сектантик, давай, сектант. Не, ну способность в этом сете реально топовая. О, шакленский, ну все. Так, давайте сначала вот так вот сделаем. Отлично. Так, это я тоже зря. Давай, тяжелый. Хорош. Теневой жог, да, по красоте работает. О, дружище. На тебе в голову. Вот и все. Думал, короче, тяжелым сейчас пробью его с ноги в голову, да, так по красоте чисто добью. Он, короче, успел заблочить. Ну ладно, в любом случае, ну это только первый противник, я его побеждаю. Вот, дальше, чем дальше, тем сложнее, да. Слава богу, что здесь хотя бы 6 противников, а то, блин, 8 противников, да, это было бы очень долго. Понятное дело, что если бы я сейчас проходил завистников, все это дело, конечно же, происходило намного быстрее. Ну ничего, давайте. Ну мне нравится в этом сете проходить, реально. Хоть я и не легионер, да, за эту фракцию я и не особо хорошо играю. Но, блин, в этом сете вообще играть просто одно удовольствие, реально. Вот я играю и ловлю кайф просто. Так. Давайте сделаем опять спецприем. Отлично. Хорош.
Давайте нижний. Тяжелый. Хорош. Давайте метнем металлочку. Хоть я и не любитель этого дела, да? Так, это я зря. Хорош. Давайте нижний. Тяжелый. Во, хорош. С одной плюхи, да, там добил у нее там. ХП оставалось, короче. Хорошо. Она еще и теневуху использовала. Что не может, конечно же, не радовать. Так. Второй раунд. Поехали. Я сначала хотел, короче, ну, как знаете, по стандарту, менять оружки. Ну, завесников проходить, просто менять оружки. Так, отлично. Иди сюда, мадам. Хорош. Давайте спецприем. А, что ты вверх сделал? Ну ладно. Обычный давайте сделаем. Давайте еще тяжело, она сейчас металлочку метнет. Отлично. Давайте сделаем вот так вот. А, все. Нормально, нормально. Да, ну, опять же, с ноги, короче, в прыжке бить. Я тоже не любитель, то есть я предпочитаю, я уже не знаю, говорил это или нет. Ну да, говорил. Просто чисто вот оружка и все, то есть чисто драться оружкой. Никаких там прыжков с ноги, там удары с ноги не делать, ничего такого. Ну, делаю только в крайних случаях подсечку, да, там, когда в углу. И все. А так я чисто предпочитаю только оружка, завесников именно драться. Только урон большой, только, ну, вы поняли, короче. Но за легион, почему бы нет, можно и поразнообразить, как-то так подраться. Так, хорошо, сейчас у нас, по-моему, первая матерь. Давайте. Да, первая матерь. Отлично. Посмотрим, докуда я дойду. Сколько я продержусь в этом сете. Давайте спецприем. Хорошо. Давайте нижний. Так, зря. Хорош. Так, иди сюда. Хорошо. Бросок. Блин, у нее вот теневуха то, что меня беспокоит, блин, знаете. Вот, видите, теневуха. А, у меня ж поглощение сработало, отлично. Видите, урон меньше нанесся. Давай тяжелый. Хорош. Так, это я тоже зря. Отлично. И давайте нижний. Хорош. Хорош, добиваем, да. Блин, поглощение урона, видите, она теневуху сделала, там вообще практически ничего не отнялось, офигеть просто. Сколько этот перк поглотил урона в себя, видели? Нормально так. Фух, давай, матерь. Мать, будем нагибать, да? Так. Отлично. Способность еще работает. На тебе. Блин, не достал, это я зря. Так, давайте спецприем. Отлично. Тяжелый. Давай, добьем. Да, добьем. Достаю я тяжелым. Смотрите, сколько мне хп осталось. Теневуху, конечно же, тоже нужно использовать. Почему-то я не использую теневуху. Ну, давайте, сейчас у нее по-любому в третьем раунде, короче, наберется теневуха. Вместе с ней синхрона, да и я свою тоже использую. Так, матерь. Давай, мать. Ну, уже на этой матери, видите, как уже долго бой происходит. То есть... Отлично. Так. Во, все, у меня сейчас теневуха наберется, да? Давайте, делаем бросок. Вот, сейчас делаем теневуху. Пора, пора, да? Так, отлично. Хорошо. Все, да. Ну, сейчас я ее добью. В голову просто с подпрыжки дал, да? Блин, классное прохождение, мне нравится, народ. То, что я вижу, реально. В этом сете просто проходишь и ты ловишь кайф. Вот. Не знаю, как это объяснить, но я думаю, многие это понимают, кому нравится тем более этот сет. Хоть, скажу вам, признаюсь честно, мои нелюбимые оружки это в игре гигантский меч и посох. Это два моих нелюбимых оружия в этой игре. Но если в этом сете драться, вообще классно. Реально. Но это чисто мое мнение, чтобы вы там меня не судили там. Типа, никто на меня не обижался. Вот. Это чисто мое личное мнение. У каждого свое мнение, может быть. Так, она вот просто стоит, вот эта мадам, и ждет, да? Так, отлично.
Так. Хорош. Давайте. Так. Так. И тяжелым добиваем, да? Да. Ну, в этом сете ты просто проходишь, и как вам объяснить? Ну, налегке просто, ты не напрягаешься, ты не чувствуешь какого-то напряга, вот, знаете? У тебя вот эта способность, да? Ты про нее знаешь, у тебя эта способность будет работать. И ты какое-то там чувство тревоги не чувствуешь, ну, типа, как вам это объяснить? Тяжелый. Хорош. То есть... Ох ты ж мразь. На тебе, блин, крит. Так. Хорош. Чё ты там стоишь, ждешь, блин? А, о, а это уже сейчас будет. Такс. Давайте сделаем. Вот теперь вот так вот сделаем. Хорошо. Вот, блин. Ну да, она меня тут сняла, конечно. Блин, ну теневуха, то, что мне не нравится. Реально теневуха здесь медленная у Легиона, вот я не привык. Особенно на этой металке, это пока метнешь эту теневуху. Блин, ладно, ничего страшного, давайте еще раз. Вот что ты стоишь постоянно, блин? Стоит постоянно и ждет, блин, вот реально вот это вот. Смотрите, просто стоит, выжидает своих моментов. Так. О, еще мешок пробило. Ну, блин, нормально. Смотрите, какая наглая, да? Тупо шок мне пробило. Ну, ничего, ничего. Сейчас попробуем как-то ее в рукопашку забрать. Попробуем. Так. Ах ты ж мразь, блин. Блин, ну у меня сейчас синевуха, она меня с синевухи заберет. Ну, конь... А, смотри, блин, ей победу засчитали, вот эта мразь. Ничего, давайте еще раз, фиг с ним, что я слил раунд, ничего страшного. Давайте еще раз в этом сете, ничего страшного, еще раз играем. Фиг с ним с этой, с одной слитой попыткой, давайте, идем дальше. Знаете, что, короче, я заметил, что на металке очень редко кидает, а у меня ошибка была, ошибки были из-за того, что я подкатывался часто, вот. А на металке практически не кидает, то есть... Но сейчас я этого не буду делать, то есть подкаты вот эти, я буду так же сам подходить, как и она, выжидать, короче, вот. Давай, сектант. Сектантка. Вот. Раз ты не кидаешь эти металки, я буду так же само. Смотрите, видите? Она не бросает. Не бросает металки. Иди сюда. Блин, ну у нее сейчас теневуха будет эта, блин, галимая. Так. Давайте еще раз. Во. Все, теневухи у нее нет, да? Смотрите, выжидает. А, решила все-таки бросить, да, свою металку, блин, такую. Так. Ну, в этот раз я реально 100% уверен, что выиграю. Вот. Я же говорю, из-за того, что я подкатывался тогда часто. Чисто из-за этого я... Так, ну все, ей хана, короче. Давайте обычно добиваем. О, да, моя ошибка была в прошлый раз. То, что я часто подкатывался, из-за этого она мне много, короче, наносила удары. Но на этот раз такого не будет. На этот раз такого не будет. Поблажек, да, таких вот, как в прошлый раз. Так. Вот это, вот это противник, любительница, блин. Поподжидать, повыжидать, блин. Ага. Смотрите, тупо стоит на месте, она ничего не делает. Она просто стоит на месте и все. Чё ты стоишь на месте, а? Стоит, блин, на месте. Так, давайте теневуху юзаем. Так. Давайте еще раз. Ну а чё это за фигня, блин?
Хорошо. Ну что-то было только что. Ей повезло, кстати, что она тогда еще шок мне пробила. Да, только лишь из-за этого. Случайно шок мне как-то пробила, хотя у меня там вроде непрерывность работала, и у нее так же. Очень долгий, видите, уже 40 секунд. Очень долгие бои. На тебе, блин, шок. Сдохла тупо. Вот так тебе и надо, мразь, блин. О, чисто из-за шока она мне тогда выиграла. Ну, сейчас будет противник, конечно же, пожестче, чем она, да? Да, и урона я буду ему меньше наносить, чем этому противнику. Поэтому, блин, давайте попробуем. Так, хорошо, давайте, погнали. Даже ни капельки не расстроился, то, что я слил попытку. Реально, ни капельки не расстроился. Давайте вот, не, ну если уже вторую солью, конечно же, я возьму какое-то вещеское оружие, да, и допрохожу уже в оружие за свою фракцию. Оружием, точнее, в оружии. Так. Хорошо, давайте тоже метнем. Отлично. Какие же умные боты, да? Стоят, поджидают. Вот. Отлично. Блин, еще и теневуха у него сейчас эта тупая наберется. У меня завистников быстрее теневуха обычно набирается, чем у других противников. В ивентах. Но тут у меня, видите, за легион теневуха вообще медленно набирается. У противников быстрее теневуха набирается. Ах ты ж мразь. Еще и кританул, да? Так. Вот. У противников здесь быстрее теневуха набирается, чем у меня. Это очень плохо. Теневуху я оставлю на... На следующий раунд теневуху оставлю. О, все, да, первый раунд я его забираю. Вот, и сейчас во втором раунде я подожду, пока у него теневуха наберется. Вместе с ним использую эту свою теневуху. Да, я привык, что у меня обычно первее, чем у противников в ивентах, набирается теневуха. За счет перков на доспехе. Но тут не тут-то было, да? У ботов здесь быстрее теневуха набирается, чем у меня. Так, давайте, ладно. Еще и крит. Так, отлично. О, скоро у него теневуха наберется. Давайте идем. Вот, все, сейчас юзаем теневуху. Так, отлично. Давайте подождем. Ну, что это за фигня, блин? Тупая. Давайте, берем так. Вот что я перепрыгиваю, блин, постоянно. Так, отлично. Давайте. Главное не спешить. Главное не спешить. Вот. И все будет нормально, да, у нас? Как говорится. Он сдох тупо, да. Нормально, нормально. Блин, ну этого противника вообще, смотрите, на 2-0 забрал. Предыдущий раз, когда я дрался против Чувихи с копьем. Там реально какая-то дичь. Еще видели, мы одновременно тупо с ней сдохли. И ей засчитали почему-то победу. Фиг его знает, почему так случилось. Так, у нас последняя мать. Давайте. Последняя мать будет нас, походу, нагибать. Так, приветствую тебя, о великий нагибатор. О великий нагибатор. Матерь смерть, блин. Отлично. Вот у нее по-любому уж наберется теневуха быстрее, чем у меня. Вот в первом раунде у нее уже она наберется, а у меня еще нет. Вот за счет теневухи она может мне вынести просто. В первом раунде. Так. Вот почему теневой ожог не срабатывает, а? Так, давайте сделаем вот так вот. Потянем время, да, как говорится. Хорошо. Если я сейчас... Блин, а что ты меня бросила? Давайте метнем. Ну хорошо, что она хоть теневуху. Так. Она почему-то не хочет металлку свою бросать, Галима. Почему она не бросает металлку? Ни разу еще свою металлку она не бросила. Так, хорошо. Очень долгий бой, видите? Уже 30 секунд осталось. Очень долго. О чем я вам и говорил.
Вот. О, хорошо, берсерк сработал, да? И хищник с ним на пару сработал, отлично. Фух, блин. Сейчас будет второй раунд. Во втором раунде у нее, конечно же, наберется теневуха. И во втором раунде мне нужно будет тоже свою заюзать. Возможно, не, может я ее не использую, не знаю. Посмотрим, посмотрим, давайте. Так, это я зря. О, я так и знал, я так и знал. Так. Я так и знал, народ, что она мне... Что я сделал ошибку тогда. Я уже понял, что мне шок будет. Что она мне шок пробьет. В смысле, блин, это что было только что? Ну все, она меня забирает, да. Она меня забирает тупо. Ладно, вот когда шок пробивает, все, можете не стараться, там, не потеть. Не, можно в рукопашку, конечно, вынести. Но не, но чисто вот я за легион, видите. Если бы я за вестников играл, еще можно было бы как. Ладно, давай. Матерь смерть, блин, тупая. На тебе, блин. Да ты надоела, блин, со своими бросками, ты. На тебе, блин. Смотрите, не кидает металлку, видите, хоть даже и на дальних дистанциях стоит. Давайте, окей. Ну, сейчас она теневуха, вот, блин, сейчас будет, короче, она мне за счет теневухи та и заберет, я уверен. Этот раунд. А ты надоела со своими, блин, бросками тупыми. Нифига себе у нее теневуха, блин, ой, металлка снимает. Вы видели? Сколько у нее металлка, у меня, блин, хп сняла ее металлка, офигеть просто. Так. Хорошо. Отлично. Давайте. Так. Вот и все, забираем, да, ее. Единственное, то, что она мне забрала тогда, и за счет того, что она мне шок пробила, я тогда ошибку допустил. Вот, и, конечно же, тут в этом ивенте... О, народ, какого хрена, блин, вылетело? Смотрите, мне тупо вылетело. Это минус попытка еще, это минус 2 слитых попытки просто. Эх, ладно, сейчас я перезайду, народ. Короче, перезашел я в игру, народ. Блин, какого хрена, а? Смотрите, минус 2 попытки, конечно. Давайте в этом же сете. Фиг с ним, блин. Прям во время боя, блин, счет 2-1 был, вы видели. В третьем раунде я уже ее забрал, там у меня и теневуха уже... Ой, блин, надоело. Какого хрена, блин, во время боя именно? Обычно, что у меня так именно во время боя не вылетало, я... Ладно, ничего, давайте еще раз будем пробовать. До последнего играем в этом сете. Так, хорошо. Хорошо. Так, еще раз. Блин, ну у нее сейчас теневуха наберется, это очень плохо. Это очень плохо, народ. Так. И почему я не достал? Так. Давайте. Ничего страшного, ничего страшного. Не нервничать, главное. Главное не нервничать. Видели, какой пролаг был, когда она мне металлку бросила? Так. Хорошо. Вот и все. 1-0. Блин, очень долгий бой, народ. Очень долгие бои. Именно против последней матери. Вот, если за легион играть. Но это, по крайней мере, в моем случае. Я же говорю, мне за легион, ну, слабо перки прокачаны. Давайте. По крайней мере, она свою теневуху слила. Так. Хорошо. Отлично. Ах ты ж мразь, блин. Ах ты ж мразь, блин. Так, хорошо. Так, блин, у нее сейчас теневуха еще наберется, да? Хорошо. Давайте.
Вот так вот сделаем. Потянем немного время, так сказать. Зря я это сделал. Так, отлично. О, добиваем, да. Хорош. 2-0 пока что. Пока я веду. Но, блин, опять же, сейчас у нее может быть... За третий раунд по-любому не успеете тенивуха набраться. И если я ничего не предприниму, то она меня просто с помощью своей тенивухи, да, и заберет. И будет счет 2-2, да? На тебе. Тяжелый. Тяжеленький ударчик. Так, хорошо. Давайте продолжаем. Шок пробью и не. Хорош. Ну, она может меня сейчас в тенивухе просто забрать свои и все. Так. Ладно, ничего страшного, у нее хп мало осталось. Все, я ее добью сейчас. Я уверен на 100%. Ничего. Вот и все. Отдыхай, мадам, отдыхай. Мать, ложись спать, короче. Короче, на 3-0 я ее забираю, да. Если бы тогда не вылетела первый раз, то, ну ладно, я бы ее забрал на 3-1, да, то есть. Один раунд она у меня там забрала. Но в этот раз на 3-0. И это в сете не за свою фракцию, видите. Я проходил. Так, бонусную карту я смотреть не буду. Давайте открываем бустер-пак. Стандартный, да? Ивентовский. Так, скаут, понятно. Но смотрите, несмотря на то, что у меня оставалось там, видели, одна попытка, да? Я все равно пошел в этом сете драться. Чисто все для вас, все для зрителей. Вот, потому что я знаю, что за свою фракцию я бы и так прошел, и вы это сами знаете. А вот если я прохожу, допустим, обычку не за свою фракцию, наоборот, интереснее так вам смотреть, я думаю, да? Завистников-то понятно, что я хорошо играю. А, давайте заберем этот... Ключи. Ладно, откроем еще редкий сундук. Ну, понятно, короче, хрень. Так, идемте, короче, в марафон. В марафон, там до чего-то я дошел, да, по-моему? Забираем я эту награду. Блин, ну, несмотря на то, что я сливал раунды, реально. Ну, точнее, попытки, не раунды. Несмотря на то, что я одну попытку слил, вторую там вы видели чисто из-за того, что у меня прямо во время боя вылетело. Но даже несмотря на это, я реально ни капельки не расстроен, что я проходил в этом сете. Вот честно вам скажу, ни капельки вообще. То есть, одни эмоции, удовольствие. Ну да, мне этот меч не нравится, но в этом сете просто прохождение ивентов просто топ. Я думаю, те, кто играет за Легион, они понимают, о чем я говорю. Так, что еще хотел? Ну, а престижку я уже буду проходить, конечно же, как всегда, с Иальдо, с Судьборубом, ну, вы знаете об этом. В общем, такое у меня получилось прохождение, пишите, что думаете. Несмотря на неудачи, несмотря на то, что слитые попытки у меня, я ни капельку не расстроился, я считаю, что все равно видос получился топовым. Престижку по этому ивенту, ну, как всегда, по стандартику, ждите уже завтра. А на этом я завершаю ролик. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комменты. Те, кто смотрит мои ролики без подписки, но вам нравится мой контент, я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Нажмите на вот эту вот красную кнопочку подписаться, вам не сложно, мне приятно. Ну и чтобы не пропускать мои следующие видосы, я думаю, вы знаете, что делать, а именно нужно нажать на вот этот вот колокольчик. А с вами был Барсук, дальше только лучше, и всем пока.